Чат, так. Летели. Заходим. Слепота. Давай. Кошмарный сон. Весьма увлекательный. Оф. Что? Мы же тебя убили. Сашка, какого хрена? Скажи нам. Мы же реально его убили, чего он не скидывает? Ну, лес, конечно. Мне под силу все. Сколько раз мы его убивали? Хвор? А, это кошмар здесь. Понятно. Хвор ватный. Александр ватный. Но зато экспы много, кстати. Уже по 262 тысячи. Уже пол левела у нас есть. Сто 12 тысяч. Хрязь. О, что, квест нравится? Консульство. О, блин. Где полет? Вот полет. Понятно, здесь все улетело. А, ну я туда вообще никак не могу прилететь, я понял. Еще один экспонат. Неплохо, если за каждого будут 200 тысяч экспы давать, я не против. Что, он не умирает у меня? Мне зеркала, может, разбивать надо. Да, ну, наверное. В этом зеркале я больше не вижу кошмаров. Так, полет в откате. В откате, понятно. Ну, побежали ломать. Хрис. Так, ну удара этого, естественно, не хватит. А ты что такое? Виндега. Виндега. Мне больше не дают опыт. Епись как. Нас местами что ли поменяли? Ну походу. Как всегда. Ну просто так там все кнопки нажимали. Угу. Красный принц. Что, мать его, происходит? Где еще зеркало? Ладно, пойду искать. Быстро пойду искать.
У меня вон одно зеркало внизу. Че? Связь. А, кого боли? Пидор. Епископ. Епископ. Блин, не бей только, бьёшь меня. А, хворь, ладно. Могу тебя стукнуть, умрет хворь. Нет, так не работает. А жаль. Очень много что жаль. Так. Полеты, хреноты. Блин, по-моему, не туда пошел. Походу я сдохну здесь. А что? Просто посохом по голове бил. Ну он что-то изанул там. Наверное, посох на огонь у него. О, ай. Добил. А, нет, это Красный Принц уже тебя бьет, он же в зеркало. Да. Он не бил в зеркало. Он вылез из него. Нет, он стоял, убил в зеркало. Так. Все, кончился. Парнишка. Али, найс, ты прилетел. Не достал. Не, вот там добито зеркало. Че он делает? Блин, нанес столько? С дебаф он просто как... Не знаю кто. Конечно, попробую это исправить. Ничего себе, эта тварь высосала из меня исток. Да, пожалуй, это первый интересный бой. Что? Что со мной происходит? А, я не хожу. Кто меня? Зачем они? Ты знаешь, что я не ходил? Я надеюсь. В смысле, надеешься? Что это не ты ходил? Это не я ходил. Да. Так. Окей. А, на меня, по-моему, немоту кинули, да? Апофеоз, блядь, меня завязали. Вот пидорасы, а! Прощай, зеркало. Прощай, хренати, не знаю, кто ты. О, вот. Не знаю, кто ты. Так. 4 ОД. Ах, хворь убить, наверное. Без зеркала все равно. Последнее зеркало осталось. Ну да. По сути. У меня все равно не мота, поэтому я максимум могу дойти только.
Блять, я надеюсь, я не сдохну. Не хочу сдохнуть. Не, вас там еще и двое. Что такое? Много хиппи? Вот пидор. Ну зачем нокдаун? Я сейчас ходил бы. Я буду ходить в этой игре. Походу нет. Ты уже отходил свое. Блин. Немота. А, немоты нет. А, я только на себя могу кинуть эту хрень. Ясно, понятно. Мы разбили, нашли выход с арены. Я походу сдохнул. Ну, хер с ним. Ну, я могу попробовать изануть массовый взрыв трупа. Да не, не надо. Я взорву что. Что? Я сдох. Уклонение не помогло. Догорел, блин. Я, блин, все в откате. О, ты пришла сама сдохнуть, да, тварь? Соси, соси исток, я им не пользуюсь, это хлам, блин. Иди сюда, тварь. Твою мать, ты сдохнешь сегодня... Сейчас прикинь, разъебет тебя. Ну, меня очень сложно разъебать, если, конечно, механика этой игры нормально работает. Потому что я к этому готовился. Тварь, а? Окей. Так, где там твоя тушка? Сейчас я минут пять поищу тут свиток воскрешения. Что там, не на панельке? Не, что? Ага, вот. Бочка благословенной воды. Прикольно. У меня кожаный амулет лежит. Сейчас тебе передам. Что? Это что за звук был? Подудел? Да, наверное, это сундук. Ну там еще какая-то шмотка. Бедствие, копье. Ну это... Ага, дверка. Понятно. Он еще сам. Хлам, хлам, хлам. Горы трупов. Ебать, где мы? Ох, лага-баг. Следующий, что ли? А, ты не залетел еще? Не залетел, вот теперь залетел. Так, подожди, не иди вперед. Там было сохранение перед этим. Перед дверью. Кстати, хорошая идея, мне тоже кого-нибудь соснуть. Да, там я не соснул, сохранение помешало. Ну ладно. Чачка. Сновидец земли.
Жесть, тут такая анимация, блин. По этому истоку. Что-то куда-то тут смылся. Может, можно выкопать что-нибудь? Конечно, да. Сундук. 1004 магические брони. Вау. Дать дебиля. И все. Вот еще сундук. Ты был в этом сундуке? Одеяние откровений. Так, не, пока тут нигде ничего не было. Блин, есть маленькая проблема. Какая? Пирамидки здесь не работают. Но я могу улететь, поэтому все равно. Я тебя могу вытащить. Да ладно, все откатится. Спасибо. Ну, пошли вперед. Подожди, а еще слева есть такие же. Да, хуй с ними. Что делаем, мужики? Ну, они кастуют этот портал. Ты, не он, ты не красный принц у Бога Солнца. Тебе нельзя быть здесь. Только мне одному кажется, что вы все умрете сейчас. Да нет. До свидания. Жалко, этого слива так мало. Ну, да. Короче, я пошел в ту сторону. Угу. Ты это вот своему напарнику сказал там. Держись, пока можешь. Наверное. Нет, ты уже там. Понятно. Ну, тогда разбирайтесь сами. Вот это было неприятно. Слушай, я в тебя ничем не кидаюсь, ничем не кидаюсь. И ты меня не кидайся. Сладких снов, а теперь уходим отсюда. Ух ты. Чё? Чё-то нашёл? Да, ключ какой-то, шлем. Это ещё и два трупа. Два в одном. Так, это, чачку надо проверить. Чачки ничего. Так, а шлем я подобрал или куда-то отправил? Подобрал. Опознать. Ну, я не знаю. Дать фей. Может пригодится там ловкость, что-то такое. Красиво выглядит, а толку ноль.
Че, вытаскивать тебя или дальше полетишь? Да. Ну, сам. Ну, сам так сам. На башню не пойдем или пойдем? Какую башню? Ну, он как-то можно на башню телепортнуться. Ну, там, которая стоит. Единственная, по-моему. Или нельзя? Ну, комната там есть, по сути. Просто откуда? Ну, там, где я был, оттуда нельзя. Ну, подожди-ка. Там есть какой-то клочок земли. Я же там был. В смысле, где? Который, ну, на колонне? На самой башне. А, на башне? Я давай. Не могу тебя туда портануть. А там вообще что-нибудь есть? Не знаю. Пойдем посмотрим. Ой, хрен с ним. Да подожди. Так, поглядим на нее просто. Так, не достать, не достать. Везде чача. Достать. Блин, на саму башню плохо видно. Ну-ка, отстань передо мной где-нибудь. Так. Цель достать. А, нет, ничего. А, все, в топку. Слишком сложно. Too hard. Так, а что ты мне там дал? Шлем на ловкость? Да я не помню, там то ли интеллект, то ли ловкость, но у него статы какие-то вообще убогие. Кстати, еще сундук. О, 1000 голды. А, больно. Хватит. Опять. А тут миленько. Миленько тут, блин. Такое вот стойкое чувство дежавю. Почему? Кошмары. Путешествия по кошмарам. Ну, здесь они не такие. Ну, здесь страшные. Не так упорото, конечно, да. Так. Что тут? Куда тут? Кто тут? Ой, Жесадха. Двоечку нажать. Больно, да? А так? Так, вот. Ну чё ты улетел? Ты какую-то меньшую двуручную нашел еще, да? Да я купил просто. Задолбало выискивать там эти одноручи, чтобы они с дырками были. В топку. Там еще парень есть. Слушай, а тебе, в принципе, пофиг, да, с чем ходить? У тебя просто не выкачан этот. Да, у меня оружие вообще не выкачано. Ой, блин. Ладно, 2 УТ. На улицу. О, ошибка. Добиваем. Не получилось. Сделать да это тут, эффектно. Да тут надо бить. Бить. Да я там добью, можешь это. Забить. Я просто спустился.
он странно стреляет. Резнулся. Живчик, что ли? Все, отыгрался парень. Золото, кастрюля, трубка для Дудены. Трубка для Дудены. Так, а что в этой? О, магическая правка. Хлам. Обожаю. Сундучата. Где ты убивал чуваков, не лутал их? Нет. Лень? Не хочу. Тут вроде 20 левел, а шмот падает такой себе. Хотя вот сапоги можно пожертвовать силой, надеть сапоги. Давайте колечки там. Угу. Колечки тоже туда же. Кольцо солнца. Солнце. Что, в портал? Да в портал. Что-то там какую-то ачивку дали. Чё? Всё? 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 Всё. Закрыто. Заперто. Пойду там, где отперто. Да ё-моё. Ну, тут какие-то еще черти стоят красные. Да. Я тут тоже дерусь с чертями. А, господи. Его не видно. Да я вижу, что бой, да. Я понимаю, что бой. Что-то как-то он не хочет умирать. Он у тебя умирает? Он умирает и резается, умирает и резается. Ну вот у меня та же фигня. Может, его благословить надо? Слушай, у меня краплайн. Он телепортанулся в закрытую дверь. Кто? Мой мертвец. Стоит там хилиться теперь. Гад. А, подожди, мы в разных местах делимся с одинаковыми чуваками, которые резаются? Да. Воу. А у меня здесь какой-то... типа алтаря или что, я не знаю. Может, здесь там малахит. Ну я попробую убрать это некропламя. Я он не умер. Я убрал некропламя, и он умер. А как убрал? У меня смерч есть. Ну беги ко мне, короче. У меня второй еще есть. А, ну я жду тебя. Ну, кстати, я его сначала благословил, потом убил, он портанулся за закрытую дверь. Короче, все сложно, сейчас буду смотреть. Ага, по-моему, их надо просто благословлять, что ли? Ну, я его благословил и повторился, он не сдох, короче. Так, отлично. Смерчу откат 8 шагов, 8 ходов. Некропламя. Что же мы с тобой будем делать, дружище?
Я, собственно, могу повторять это до бесконечности. Ладно, попробую благословить все-таки. После этого мы его протанем куда-нибудь, где нет некропламени. И придадим смерть. Передадим. Вот. Я его благословил, он, короче, телепортнулся после этого от меня. Ну да. Все как и с первым. То есть надо благословлять, да? Я пока не могу понять, но скорее всего да. Но я его благословил, но на слабости горение. Он телепортнулся, я его сейчас убью. Я его сейчас не убью. Во. Слушай, я его два раза благословлял, чтобы убить. Поэтому я подумал, что первый раз это не работает. Странно. Все очень-очень странно. Все странно. А может из него просто высадить сток надо было? Ну-ка. А, гаденыш. Встал в неренжа, блин. Давай, иди сюда. Ага, исток высосать нельзя. Ясно, понятно. Ага, у меня та же фигня, короче. Че? Но он в некропламени при этом еще стоит. Да, благословляешь? А, ну он у меня стоял. Я два раза просто сделал, он умер. Не знаю почему. Два раза благословлял. Нет, у меня не работает. Я просто бегаю, отправляю его к праотцам по КД. Ну сейчас я смерч юзану. Может, все-таки некропламя как-то влияет на это. Ага, у меня очков истока не осталось, как бы. Ну, блин, короче, какая-то, не знаю, ересь. Он умер. Убил я его. А как, просто? Убрал некропламя из-под него и убил. А, так. Тут сосать исток нечего, да? А, есть чего.